Смертельное ДТП произошло на трассе в Туркестанской области. Трагедия произошла на отрезке трассы между Шардаринским и Житосаевским районами. Автомобиль марки BMW съехал с дороги и перевернулся. В машине находились 5 человек. Водитель, молодой человек и 3 девушки. На месте сразу скончались 3 пассажиров. Одного не удалось спасти в больнице. А 19-летняя девушка госпитализирована с травмами и находится сейчас в реанимации. В Шардаринской области 19 июня ближе к вечеру произошло ДТП. По словам свидетелей, пострадали 5 человек. В нашу больницу доставили 2 пострадавших пассажиров. У одного госпитализированного тяжелая черепно-мозговая травма. Этот пациент у нас находился в реанимации и скончался через час. Второй пациент был госпитализирован с сотрясением мозга, ссадинами и рваными ранами. Сейчас он находится в стабильном состоянии и в настоящее время получает соответствующее лечение. По факту аварии полицейские возбудили уголовное дело и назначили экспертизу. Позже выяснилось, что 19-летний водитель автомобиля не имел водительских прав, а машина была зарегистрирована на жителя Шымкента. 19 июня в Шардаринский районный отдел полиции из отделения скорой помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии незамедлительно выехали начальник управления дознания департамента полиции Туркестанской области, следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Данный факт зарегистрирован по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.